Совсем скоро тысячи школьников сядут за парты. И в преддверии нового учебного года психологи Главного управления МЧС России по Тверской области советуют и родителям, и детям ко многим вопросам подойти обстоятельно. Специалисты рассказывают, что от резкой смены образа жизни у ребенка в первые дни и недели обучения может быть усталость. И, естественно, ему необходима адаптация к школьной жизни. Особенно это касается детей в младших классах. Им требуется больше внимания и поддержки от родителей, а также отдых. Старайтесь разгружать ребенка, не требуйте от него сразу какой-то идеальной исполнительности, успешности и собранности. Бывает, что ребенок не справляется не со школьной программой, а именно с распорядком дня. Поэтому родителям необходимо как бы помочь ему разруливать ситуацию с уроками. И здесь речь идет не о том, чтобы делать с ним эти уроки, а именно помогать с планированием и распределением времени, чтобы не получилось так, что вы вдруг замечаете, ваш ребенок постоянно делает уроки до поздней ночи.